Всех приветствую, сегодня на распаковке фигурка Assassin's Creed Origins, она же Истоки, Баек на Сехмет. Вставлялась она в двух вариациях, либо вот в такой коробочке, Баек и Сехмет, либо в составе коллекционного издания God's Edition. На сторонах коробки изображены египетские боги. А на обратной стороне изображен состав издания. Это фигурка и карта. А также логотипы Ubisoft, UB Collectibles и Republic of Gamers. Ну что ж, откроем. Вот такая вот карта со знаком гора. Вот такая вот физическая карта Египта. Поскольку здесь изображены и горы, и реки, и пустыни, на обратной стороне изображены вот такие вот иероглифы. Карта огромная, так сразу не объять. И теперь откроем фигурку главного героя Меджая Баека Иси. Такая вот фигурка главного героя игры Assassin's Creed Истоки Баека и Сивы на статуе богини Сехмет. Богиня Сехмет в египетской мифологии — это богиня войны, палящего солнца и яростной мести. Изображалась в виде львицы. В состав фигурки входит вот такой вот копиш, меч Баека. Вот таким образом он вставляется. И получается вот такая вот у нас красивая фигурка. Очень хорошо детализовано. Здесь имеется щит, развивающиеся элементы доспехов, лук, тетива также на веревке. Такие вот татуировки Баека, наручи, также скрытый клинок на левой руке. Знак Меджая Египта. Очень качественно сделано лицо. Амулет из головы орла. Знаете, что интересно? Да, вот видите, у него даже нет пальцев. Прекрасная детализация фигурки. Весьма хорошее пополнение в коллекцию. Так что рекомендую к покупке. Напоминаю, что в конкретно это издание входила еще и карта. Так что будет весьма неплохим бонусом. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Далее будет много интересных распаковок.